Ударь меня со всей дури. Зачем? Что ты можешь знать о себе, если ни разу не дрался? Нет, стоп. Начну с самого начала. Как многие из вас, я застрял в повседневной жизни. Вы хотите, чтобы я отложил свой отчет? Да. Пока вы не скажете им заняться, начни с этим. По ночам я не мог уснуть. Нет, от бессонницы умереть нельзя. Я листал каталоги магазинов и гадал, какой обеденный сервис лучше отразит мою личность. Это твоя жизнь, и ее конец приближается с каждой минутой. Добро пожаловать! Я мечтал о другой жизни. Мыло. Я занимаюсь изготовлением и продажей мыла. Так я познакомился с Тайлером Дёрганом. Давай, бей, пока у меня терпение не вышло. Черт, да не в ухо же! Эти слова вертелись на языке у каждого. Можно я буду следующим? Мы дали ему имя. Господа, добро пожаловать в бойцовский клуб. Первое правило бойцовского клуба... Ого, круто. Никому не рассказывать о бойцовском клубе. Это твоя кровь? В том числе моя. После вступления в бойцовский клуб все мы увидели жизнь в ином свете. Тебе придется любить меня всю ночь. Она все испортила. Она тебе не нравится, да? Нет. Ты че, вообще нет? С детства телевидение внушает нам, что однажды мы станем миллионерами, кинопродюсерами и рок-звездами. Это вранье. У нас был план. Какова была цель? Главное, мы верили в Тайлера. Нужно поднять клуб на новую ступень. Каждый из вас получает домашнее задание. Задача – устроить драку с незнакомцем. Зачем вы так? Но вы должны проиграть. Это больно. Брэд Питт искал способ изменить свою жизнь. Ты его нашел. Эдвард Нортон. Я остановлю тебя. Все уже началось, так что заткнись. Что это за безумная игра? О, боже! Не выйдет. Это уже слишком! Когда все кончится, ты еще скажешь мне спасибо. Черт! Бойцовский клуб. Если бы ты мог выбрать, с кем бы дрался? С Шетнером. С Уильямом Шетнером.